Всем привет, с вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о четвертьфиналах Кубка России и сосредоточимся на московском дерби между Спартаком и ЦСКА, или как еще называют этот матч, дерби всея Руси. И после данной игры, я думаю, никто не будет спорить с таким определением. Можно долго рассуждать о том, что есть противостояние двух столиц, Санкт-Петербурга и московских команд. Можно выискивать другие противостояния на полях нашей необъятной родины. Но именно ЦСКА «Спартак» — это самый смак, самый вкус нашего футбола. И очередной этап этого противостояния получился поистине великолепным. За кого бы вы ни болели, за «Спартак» или за ЦСКА, я думаю, вы запомните надолго этот матч. Потому что здесь было столько яркого футбола, столько эмоций, столько моментов, которые войдут в историю нашего чемпионата и нашего Кубка российского. Плачущий Понсе, Бакаев, который забивает мяч, другие эпизоды. Это была настоящая фантастика. Но давайте отойдем немножко от эмоций, которые, конечно, нас переполняют. И давайте сосредоточимся на игре, на тактических расстановках, на схемах и прочих интересных моментах. Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике, проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Если говорить о составах команд, то московский «Спартак» поступил по старой традиции нашей футбольной. Если состав победный, то ты его не меняешь. Вот и здесь, после успеха в другом дерби с «Динамо», не произошло ни одной перестановки. Все те же исполнители. Возможно, были бы какие-нибудь корректировки, если бы Умяров успел восстановиться к этому матчу. Но Наиль по-прежнему отсутствует, а потому Зобнин оказался вновь в середине поля, хотя по ТДСку он частенько появляется справа, правую бровку в свою очередь закрывал Рассказов, слева появился Айртон, в паре с Зобниным, конечно же, Крал и чуть повыше Бакаев, ну и на острие атаки здесь Соболев плюс Понсе. То есть Ларсен, которого многие считали оптимальным дополнением для Александра, по-прежнему находится на скамейке запасных и начинает именно там встречи. То есть Спартак здесь вновь сделал ставку на двух нападающих, которые хорошо играют. Играют на втором этаже. Соболев атлетичен и высок, Понсе великолепно выпрыгивает и выбирает позицию, то есть акцент был достаточно заметный. Ну и тройка центральных защитников, она у Спартака безальтернативна. Это Жигот, Жики и Кутепов, тут других вариантов просто нет. Поэтому состав Спартака вполне себе понятный. А вот что касается армейцев, вот у них прошлый матч получился провальным. Они еле-еле унесли ноги с Уралом, и там все закончилось спасением в исполнении Майо Фернандеса. И после той встречи много критики обрушилось на ЦСКА, и много вопросов было задано касательно тактики команды. Поэтому здесь были неизбежны перестановки. Например, на левом фланге появился Кирилл Набабкин. Вот это что называется поворот. Сколько исполнителей уже здесь появлялось, и тот же самый Кучаев, и Обляков, и Ахметов здесь играл. Много разных футболистов. Но вот здесь появился Набабкин. Игрок, который в отличие от всех вышеперечисленных футболистов является профильным защитником. И который обладает большим атлетизмом. Он сам по себе очень крепкий, что пригодится в матче против Спартака с их мощными рослыми игроками атаки. И во-вторых, он более опытный и более защитный. Он не так много, конечно, подключается вперед, зато закрыть свою бровку, в принципе, способен неплохо. Благо, не так давно его даже вызывали в национальную сборную. Что касается других позиций, обратите внимание, что в центре защиты вновь появился Васин, то есть вновь ставка на опыт, что Виктор Васин, что Кирилл Набабкин, это все матерые исполнители, которые, конечно, должны здесь были помочь своей команде стабилизировать защиту. Ведь Карпов совсем еще юный. Дивеев немногим старше. Это, конечно, игроки очень нестабильные. И в данной встрече, я напомню, тот же самый Карпов взял, да и чуть было не отдал голевую передачу на игрока соперника Соболева. Поэтому здесь разбавить молодняк опытными исполнителями было необходимо. Ну и плюс Майо Фернандес тоже, можно сказать, ветеран почти что на правой бровке. В середине тоже интересный нюанс.
нюанс. Тут появилось сразу три футболиста, направленных в той или иной степени в сторону защиты. Ильзат Ахметов, который последнее время и в матче с Уралом, например, исполнял роль опорника, причем единственного опорника. Здесь рядом с ним появился Бистрович, который пусть и способен подключаться в атаку, но при этом изначально брался в ЦСКА как, опять же, опорный хавбек, и он способен здесь работать, и здесь же появился Константин Кучаев. Интересный нюанс, потому что Кучаева многие планировали как левого латераля, который будет здесь закрывать данную бровку и в атаке, и в обороне. Но был избран очень интересный вариант. Слева появился оборонительный Набабкин, и здесь же Константин Кучаев, который при необходимости мог опускаться на позицию дополнительного крайнего защитника при позиционной обороне, мог страховать эту зону из полуфланга. Таким образом, ЦСКА максимально закрывался в данной встрече, выводя вперед связку Чалова и Влашича. Короче говоря, армейцы, понимая, что здесь на выезде, на открытии арене сложно играть первым номером, и тем более после провала с Уралом, они, конечно, были вынуждены избрать достаточно сдержанный вариант состава. Правда, на первых минутах это не особо помогло ЦСКА, потому что здесь включился еще один важный нюанс. Армейцы пока что ужасно выглядят в плане физики. Что в игре с Уралом было заметно, насколько медленно действовал ЦСКА, и как они порой не успевали за своими соперниками. Что здесь? Такое ощущение, что Спартак проснулся, а вот ЦСКА вот только-только пытается акклиматься. Это как в казарме бывает, когда один рядовой уже как штык стоит, а другой там в развалочку идет и пытается портянки на себя натянуть. Удивительное дело, кстати, что ЦСКА оказался армейский клуб в виде такого заспанного солдата. Но в результате очень быстро Спартак вышел вперед 2-0. Причем голы весьма симптоматичны. Если взять мяч Бакаева, то здесь за ним просто не поспела средняя линия. Та самая, которая, казалось бы, насыщена была до максимума, здесь она так и не смогла накрыть прорыв Зелимхана. И фантастический удар со средней дистанции. Пожалуйста, получить, распишитесь, 1-0. То есть здесь можно вновь вспомнить про то, что ЦСКА нужен, наверное, все-таки классический опорник-бульдог, который в этой схеме играл бы на позиции чуть-чуть поглубже, и он бы мог подстраховать вот эту, условно говоря, тройку центральных хавбеков ЦСКА. Ну или, например, двойку, если бы ЦСКА играл вот по такой расстановке с опорником и двумя поднятыми чуть повыше центральными хавбеками. А здесь получилась ситуация, что у армейцев три полузащитника в линию стоят, все они оттягиваются, никто не может догнать Бакаева или выдвинуться на него из глубины, чтобы подстраховать. Никто из центральных защитников ЦСКА также не вылетел на подстраховку, не попытался накрыть Бакаева, потому что у Спартака два нападающих впереди. Как ты тут можешь отпустить кого-то из них? Оставить центральных защитников против нападающих 2 в 2 это невозможно, поэтому здесь Бакаев на скорости совершил прорыв и, пожалуйста, 1-0. Вообще, Зелимхан, конечно, фантастический. Выдают старт второй части сезона. С Динамо показал себя. Здесь Галешник. Великолепно. Ну а чуть позже Александр Соболев показал, зачем его брали в Спартак. В том числе для того, чтобы давить всех в плане физики. Вот казалось бы, появился тут Васин. Крепкий, здоровый мужик, ветеран. Но все равно, в целом, оборона-то достаточно молодая. Дивеев, Карпов. Куда им сейчас в их возрасте толкаться с Соболевым, который, знаете, богатырь почти что былинный. Вот и здесь он в итоге смог в физической борьбе протолкнуть мяч на Понсе. Ну а аргентинец это форвард штрафной классический. Ему только дай снаряд в той самой штрафной коробочке, и дальше он разберется, что и произошло. Маневренный скоростной центральный форвард. Здесь он от одного ушел, как колобок, от другого. И вот, пожалуйста, получите, распишитесь, 2-0. То есть здесь у ЦСКА был просто кошмар какой-то на старте встречи. И по большому счету, если брать первый тайм, мне кажется, здесь Спартак вообще создал намного больше опасных ситуаций. Но что спасло ЦСКА? Во-первых, плохая реализация у красно-белых. С одной стороны, вот Спартак получил удобный ему формат футбола. Мы знаем, что красно-белые одна из лучших команд России по количеству мячей, забитых в контратаках. Здесь они могли на скорости выходить вперед. И было множество ситуаций, когда красно-белые получали шансы именно в контрвыпадах. Тем более, что Тедеско – это тренер-прагматик, и он любит работать именно так, вторым номером. Но тут подвела Спартак реализация, потому что Айртон там выходил один на один, не смог переиграть голкипера, Соболев не смог воспользоваться ужасным косяком того самого Карпова, который отдал ему почти что голевую передачу, и так далее и тому подобное. А вот ЦСКА свои моменты, свои шансы реализовал. И здесь они по факту наказывали Спартак за их ошибки. Первый мяч, но это стандарт.
И здесь, как мне кажется, красно-белые дали маху, играя в зону. Они здесь не опекают конкретных футболистов, они именно держат конкретные зоны возле вратарской. И в результате ЦСКА смог создать численный перевес. 4-3 оказались здесь армейские футболисты возле ворот Максименко. Так что здесь, как мне кажется, красно-белым есть о чем призадуматься. Второй мяч, ну, здесь уже Жиго отдал голевую передачу на соперника. Вот у Карпова не получилось отдать голевой пас на Соболева, тот не смог забить. А вот здесь Ильзат Ахметов был, конечно, к месту. И хотелось бы отметить, что вот здесь как раз схема ЦСКА сыграла в плюс. Потому что если брать ту расстановку, которая была в матче с Уралом, где Ильзат оказался на позиции самого глубокого опорника, и он бы не смог просто появиться в этой зоне в данный момент, то вот здесь, обратите внимание, Ильзат оказался на данной позиции и подкараулил ошибку соперника. Так что здесь 2-2, при том, что, повторяю, Спартак в целом смотрелся поинтереснее. Соболева здесь сдерживали с таким скрипом, что он был слышен даже мне в теплом стане, со стороны открытия арены долетало. Здесь очень неплохо работали фланги красно-белых. Рассказов весьма и весьма активно смещался в центральную ось, тем самым напоминая Марселу или проводя параллели с российским чемпионатом Дугласа Сантоса, который также любит смещаться в центр. Но тем более, что в схеме 3-5-2, которая используется Спартаком, такие варианты были вполне себе допустимы. Поэтому здесь красно-белые в целом смотрелись интереснее, но ЦСКА показал себя более взрослой, что ли, командой в этой встрече. Они реализовали ошибки соперника, и как здесь не вспомнить, что ЦСКА не случайно на такой дербийный матч выпустил, ну, просто по максимуму всех опытных исполнителей. Взять ту же самую защиту, например. Ну и к тому же потом еще и Дзагоев появился со скамейки запасных. Во втором тайме игра несколько поменялась. Понятное дело, когда команды затратили столько сил, энергии и эмоций в первой половине, ждать такого же шоу-тайма во второй не стоит. Перестановка Бакаева на Тиле, как мне кажется, в целом лишила Спартак определенной вариативности и, что очень важно, определенной скорости, которая была им необходима в этой встрече. Той самой скорости, за счет которой Бакаев во многом и забил первый мяч. Потом, правда, они попытались добавить темпа, выпустив вместо Соболева Ларсена. Ну и здесь, как мне кажется, тоже замена пошла не особо впрок, потому что Соболев за счет физухи, конечно, мог давить этих трех центральных защитников. А Ларсен, да, он был активен, да, он был очень маневренным, и он бы был идеальным игроком, если бы Спартак сейчас выигрывал, если бы ЦСКА сейчас шел вперед, открывался, и Ларсен мог действовать на свободных зонах. Но счет-то был уже равный, поэтому здесь Ларсену было тяжеловато, и, на мой взгляд, лучше было оставить Соболева, потому что он, как таранный, мощный страйкер, мог попытаться еще там потолкаться, попихаться. Хотя это мое субъективное мнение, на мой взгляд, если и выпускать Ларсена, нужно было вместо Понса, который в итоге нарвался на красную, потому что еще по ходу второго тайма было заметно, аргентинец завелся. Он все-таки привык к великим аргентинским дерби, Риверплейт, Бока и все остальное, и он как-то уж слишком был эмоционален в этой встрече, и здесь нужно было, на мой взгляд, менять именно Понса. Но это, сами понимаете, в стиле разведчик догадался. Это мы сейчас знаем, что Понса в итоге получил красную. ЦСКА, как я уже сказал, переходил на несколько иной формат взаимодействия в середине. Произошли серьезные перестановки, причем в сторону атаки, потому что вместо Кучаева и Ахметова появился Обляков и Дзагоев. Футболисты, ну, на мой взгляд, более атакующего характера на данный момент. И это, конечно, выглядело очень интересно, но, как я уже отметил, к тому моменту игра во многом перешла в позиционное русло. Команды обе устали, и что самое главное, вот это постоянно происходит в матчах на выбывание, в матчах, где есть овертаймы. Как только приближается 90 минута и, соответственно, начало дополнительного времени, здесь многие коллективы начинают немножко откладывать все свои планы на те самые овертаймы. Дескать, давайте дотерпим до 90 минуты, а дальше уже разберемся, кто из нас круче. То есть происходит своеобразное такое футбольное перемирие, даже не знаю, как это еще назвать. Ну а в овертайме мы получили просто массу эмоций, массу событий, удаление Понсе, который рыдал после этого. Разумеется, игра резко поменялась, Спартак, оказавшись в десятером, вынужден был уже ограничить свою активность и играть несколько
скромнее, но, с другой стороны, нельзя не отметить, что оборона ЦСКА, которая пожарила в этой встрече всю игру, она продолжала пожарить, даже когда у соперника был минус один футболист. И в результате, там же, играя 11 на 10, они допустили, что спартаковец бил с границы штрафной из опаснейшей позиции, ну а потом они взяли и пропустили мяч. И кто его забил? Тот самый Ларсон. И вы, возможно, меня сейчас попытаетесь подловить. Дескать, я же недавно говорил, что не стоило выпускать Ларсона в той ситуации, по ходу второго тайма. Но здесь нет никакого противоречия. В тот момент, когда Спартак и ЦСКА играли 2-2, и были полные составы, и игра была позиционной, максимально плотной, Ларсон был действительно не в тему, потому что он не мог развить свои максимальные скорости. ЦСКА играл очень осторожно, а вот когда ЦСКА получил преимущество в одного футболиста, здесь, конечно, армейцы пошли уже вперед большими силами, и вот здесь уже Ларсон оказался в тему, потому что армейцы начали открывать у себя зоны, и как результат, вот, пожалуйста, мяч забит этим шведом как раз-таки на скорости, на пространстве и на темпе. А что думаете вы об этой встрече? Пишите в комментариях ваше мнение, ставьте лайки, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, YouTube канал и следите за обновлениями на нашем втором канале, он посвящен кино и сериалам, ссылка здесь, в описании. Всем удачи, всем пока!